на этом вебинаре, посвященному созданию Hard Surface объектов в Blender. Ну и для начала хотел вам показать одну из своих работ, которую я делал, когда осваивал Hard Surface. Так, это получается sci-fi-ная граната из игры Star Citizen. Нашел где-то на просторах Pinterest'а вот такой арт и решил все это повторить. Сейчас я отключу тени, чтобы viewport побыстрее работал. И давайте посмотрим на то, как эта вся конструкция выглядит. Если, например, взять вот эту вот рамку, которая окружает непосредственно саму гранату, скроем все кроме нее, и можно увидеть то, что здесь все булевые операции, которые с объектом с данным происходят, они сложены вот в такой стек модификаторов. Я думаю, люди, которые с 3D-моделированием более-менее знакомы, понимают, что это такое. В 3D Max используется точно такой же подход к работе. И изначально этот объект выглядит вот так. То есть, если зайти в его режим редактирования, то можно видеть, что это обычный цилиндр, который имеет квадриангулированную сетку, состоящую из квадов. И данный цилиндр уже после того, как мы его подвергли операции сглаживания с обдиву для того, чтобы увеличить количество геометрии в данном цилиндре, для того, чтобы сделать его более сглаженным и избавиться от каких-то артефактов при воздействии на него булевых операций, мы начинаем с ним работать. Начинаем добавлять к нему какие-то части. То есть здесь можно видеть, что мы внизу добавляем один из объектов. Сейчас я покажу, как он выглядит. Это вот эта штука. Выглядит она изначально как цельный полуцилиндрический объект. Но из этого объекта мы также вычитаем другой объект, поэтому он имеет вот такой вырез, после чего мы его сшиваем с этим первоначальным цилиндром и таким образом добавляя все новые и новые операции булевые на данный объект, мы формируем нужную нам геометрию. Естественно, полигональная сетка при этом выглядит так, как она выглядит обычно на объектах в каких-то программах для CAD-моделинга, то есть о сетке мы в данном случае совсем не заботимся. Для операции сглаживания в дальнейшем она совершенно непригодна, но если мы будем данный объект в дальнейшем скульптить, то нас это особо уже не волнует. Либо можно, используя данный объект Preference, сделать уже нормальную сетку под subdiv. То есть если я сейчас этот объект продублирую, ставлю во viewport только его, конвертирую его в mesh для того, чтобы применить все эти модификаторы разом. И перейду в режим скульптинга. Я могу подвергнуть его операции ремешинга с помощью воксельного ремешера. Он, по сути своей, похож на DynaMesh из ZBrush. И он объект на очень-очень-очень много маленьких квадратов. И после чего с данным объектом можно уже работать, как мы это делаем в ZBrush, когда работаем с hard surface объектами в нем. Ну и, соответственно, мы можем сгладить его поверхность, добавить различные детали. Можем также с помощью, например, mesh-фильтра скруглить неровности. Или же, наоборот,
сделать углы более острыми с помощью опции Sharpen и так далее. Сейчас у меня, как здесь можно видеть, один из булевых модификаторов сработал некорректно, то есть здесь он произвел вычитание геометрии, здесь вычитание геометрии не произошло по какой-то причине, но я думаю, суть ясна. Вот. Ну и, собственно, данный пример показывает, что именно происходит с объектом, когда мы с ним работаем в Blender. И сейчас я давайте на нескольких простых примерах объясню, как, собственно, этот модификатор на объекты добавлять и что есть у Blender в стандартном функционале для того, чтобы облегчить себе жизнь. Итак, имея какой-то определенный объект, мы можем повесить на него модификатор Boolean. И в типе операции мы видим три действия. Вычитание, объединение и пересечение. Для того, чтобы этот модификатор сработал, нам нужен еще один какой-то объект. Пусть это будет сфера. И в поле объект данного модификатора нужно выбрать нужный нам объект. После чего, если мы эту сферу скроем, то можно увидеть, что она стала вычитаться из куба. Если применить объединение, то этот объект становится как бы производным куба и сферы. Сфера объединяется с ним, при этом удаляется вся внутренняя геометрия. И если мы выберем пересечение, то мы получим внутреннюю часть от пересечения этой самой сферы и куба. Это если работать с данным модификатором вручную. У Blender из стандартных есть аддон под названием BoolTool. Если мы зайдем в настройки Blender и вот там, где у нас находится вкладка с аддонами в поиске в объем Bool, то можем увидеть то, что здесь есть уже стандартный предустановленный аддон. Нам нужно его активировать. При этом у меня сейчас включен HardOps. Я на всякий случай его выключу, потому что они используют одинаковые шорткаты. И теперь, когда я выделяю последовательно два объекта и нажимаю шорткат Ctrl и минус на цифровой клавиатуре, то я получаю вот такой результат. Сфера, которая была у меня сейчас здесь до этого на экране, приобретает вот такой вид в виде своего bounding box, и после этого можно, перемещая ее, например, в пространстве 3D viewport, менять результат воздействия модификатора на данный куб. Также к этой сфере можно применять другие модификаторы, например, Subdivision Surface для того, чтобы его гладить, или, например, модификатор Display для того, чтобы рандомизировать поверхность данной сферы. То есть, если сейчас мы на этот модификатор Displacement накинем какую-то текстуру случайную, например, Clouds, и поместим эту текстуру в слот модификатора, то получим вот такой результат. И, соответственно, если мы будем менять режим работы булевого модификатора, то будем получать разный результат. Собственно, это самые такие базовые шаги, на которых строятся все операции с объектом. И в данном случае нужно тот объект, который нам необходимо изготовить, грамотно декомпозировать на составные части и понять ту последовательность операций, которая нам необходима для того, чтобы добиться нужного нам результата. Давайте сейчас я покажу на конкретном примере, как можно это сделать. Так, у меня есть вот такой наплечник. Я нашел, опять же, на Pinterest вот такую картинку с тремя вариантами сайфайных костюмов. И подумал то, что
Да, наплечник будет отличной демонстрацией того, как можно работать с булевыми операциями в Blender. Ну, объект на самом деле очень простой. Я бы даже не назвал его слишком хардсурфисным, потому что хоть мы и будем использовать здесь булевые операции, прибегнем даже немного к скульптингу, он не имеет в себе каких-то сложных мелких деталей, которые могли бы вызвать проблемы на этапе их создания. Ну, то есть тут достаточно много ровных, больших поверхностей. Хоть они имеют скругление, они все равно сложные. Итак, вот так выглядит данный наплечник. Это уже готовый. Я немного потренировался перед тем, как показывать вам, как это делается. И сейчас давайте я выберу новую коллекцию и расскажу, что я имел в виду, когда рассказывал про декомпозицию. Итак, как мы видим, этот наплечник состоит из нескольких частей. Это вот эта большая основная оранжевая часть. У нее есть по краю рамка, которая может быть сделана в виде отдельной нашлепки, либо с помощью вырезания из наплечника вот этой большой части. Опять же, с помощью булевой операции. То есть была вот такая ровная поверхность, мы из нее часть вырезали и получили ступеньку. Далее у нас идет вот эта темная часть. Она состоит из двух частей, между которыми находится паз. Скорее всего, там есть какой-то бевел, который и дает, ну, точнее, который делит эту часть на две составляющие. Далее идет вот эта белая часть. Она, скорее всего, изначально имеет вот такую форму, а вот эта штука просто является вырезом, который мы также сможем легко сделать с помощью булевых операций. И нам не надо будет моделить ее по контуру. То есть строить сетку вот так. Мы построим ее целиком. То есть это будет очень что-то простое. И потом уже из этой сетки вырежем нужный нам участок. И нижняя синяя часть, она, в принципе, похожа на ту, что сверху, на белую. И она, наверное, является здесь самой простой. Итак, первое, что нам понадобится сделать, это определить профиль данного объекта оранжевого. Как можно видеть отсюда, вот он имеет примерно вот такой профиль, если брать его половинку. У него есть скругление, вот оно. Верхняя часть также является криволинейной поверхностью. И боковая часть, она немного расходится в стороны, то есть она снизу шире, чем сверху. Вот здесь есть этот уклон. И нам сейчас нужно из, думаю, из плоскости, из простого примитива сделать вот такую конструкцию, расширить ее внизу и добавить на верхнее ребро скругление. После чего мы начнем этот объект формировать. Так, давайте сейчас я добавлю сюда объект Plane. Немного его масштабирую, перемещу его вверх по оси Z, проэкструдирую вниз и удалю соответствующие его полигоны. Сейчас нужно самое главное определиться с размером, не сделать его слишком узким или слишком широким. Я возьму его длину немного с запасом, для того, чтобы мне было из чего вырезать. Так, и также в точности поступлю с его высотой. Так, ширина меня сейчас немного не устраивает. Скейлю по оси X. Нижнюю часть делаю шире. Добавляю скругление наверх. Итак, вот эта часть, как вы помните, она криволинейная, то есть недостаточно просто сделать скругление сбоку. Надо, чтобы вот эта часть была полукруглая на всем своем участке. Поэтому я его сформирую обычным полигональным простым методом.
И после чего уже добавлю на эту грань скругления. Так, этого будет достаточно. Сейчас также можно удалить половину. Для того, чтобы редактировать какую-то одну сторону и добавить модификатор Subdivision Surface. Итак, Shade Smooth, для того, чтобы сразу видеть, чтобы нормально отображалась кривизна данной поверхности, чтобы она была не угловатой, а сглаженной, чтобы мы могли адекватно воспринимать информацию о том, насколько эта поверхность соответствует тому, что мы видим на референсе. Также, если смотреть сбоку, можно видеть, что он не абсолютно прямой, этот наплечник, а также сверху он имеет небольшое искривление. Здесь точно таким же способом можно верхнюю часть немного приподнять, чтобы добиться небольшого искривления. И после чего данному объекту, перед тем, как начать вырезать из него нужный нам контур, нужно добавить толщину с помощью модификатора Solidify. Итак, офсет. Давайте переключим на 0, для того, чтобы у нас расширение происходило в обе стороны, во внутреннюю и во внешнюю. Зададим примерно вот такую толщину. И давайте теперь посмотрим, что же представляет из себя вырезы. Итак, первый вырез находится на его вот этой передней части. Выглядит он примерно вот так. И он имеет скругление вот в этой части. Сейчас я этот объект немножко еще шире сделаю. Так. Ну и давайте, наверное, сформируем сейчас вычитаемую геометрию. Добавим в сцену новый объект Plane. Перейдем в режим его редактирования. Склеим все его вертексы в единый центр. Этот вертекс переместим за пределы главного объекта и сформируем вот такой контур. Сразу же добавим скругление. После чего можно экструдировать его по оси X. Далее экструд по оси Y. И прямо вот этот объект, предварительно вывернув его нормально, можно вычитать. После чего мы его скроем и посмотрим, что получилось. Итак, результат примерно похож на то, что у нас есть. Но сейчас, как я вижу, в этой части есть скругление, в этой части кажется, что скругления нету. Я, наверное, буду следовать тому, что ближе ко мне находится вот в этой части референса, и оставлю здесь острый угол. Также, как можно видеть, здесь наклон немного больше. И давайте сейчас это исправим. Так, нам нужно добавить сюда дополнительный луп. Под прямым углом. И после чего сформировать здесь небольшой наклон. И данную грань сделать также острой, для того, чтобы получить более четкую границу. Потому что если мы эту грань острой не сделаем, то у нас в данной части так и останется скругление. Либо это можно сделать, добавив дополнительные поддерживающие грани, либо просто отметив это ребро как острое. Вот так выглядит с дополнительными поддерживающими грани. То есть здесь сейчас точно видно, что есть переход кривизны. Здесь сверху можно немного среднюю часть опустить для того, чтобы скругление сделать более плавным. И еще здесь можно заметить, что данная часть более острая у меня, она получилась слишком плавная.
Давайте это тоже сейчас я исправлю. Так. Выключу отображение модификаторов. И все дело в том, что я здесь создал слишком большое скругление. И нужно этот момент поправить. Так. Давайте сейчас смотреть, что получится. Просто добавлю несколько поддерживающих граней. И сюда добавлю bevel на 2 сегмента. И так здесь получилось менее плавное скругление, и это больше похоже на то, что мы видим на референсе. Теперь давайте посмотрим на другую его сторону. Здесь вырез идет где-то до середины вот этой части, вот до сюда. Далее он идет под углом 45 градусов, точнее не 45 градусов. Например, здесь мы смотрим не под прямым ракурсом боковым на этот наплечник, поэтому мне кажется, что если смотреть отсюда, то угол будет немного больше. Далее контур идет в противоположном направлении и уходит вниз, также формируя внизу вот здесь скругление. Точно так же, как и в прошлый раз, давайте добавим новый объект, получим из него один вертекс и сформируем из него новую вычитаемую геометрию. Вот здесь есть небольшое скругление, поэтому давайте его тоже учтем. Так, экструдируем вертексы, и здесь мы вертекс, нижний самый, не выносим за пределы главного объекта. Он должен быть, то есть, чуть выше. Для того, чтобы мы могли отсечь вот эту нижнюю часть. Здесь сразу можно сформировать скругление новое. Давайте сейчас проследим, где они еще присутствуют. Так. Также оно и здесь. Вот это ребро можно немного выше приподнять. И также сюда добавить bevel. И то же самое вот с этой частью. Она тоже немного скругленная. И получим скругление с помощью инструмента bevel. После чего данный объект можно подвергнуть операции экструдирования и переместить полученную новую геометрию вдоль направления нормалей его полигонов. И после этого провести вычитание. Итак, здесь получился вот такой контур сзади. Перемещает этот объект можно подогнать ширину данного наплечника, ту, которая нам нужна. То есть, опять же, это можно отрегулировать, зайдя в режим редактирования главного объекта. У нас не деструктивный получается рабочий процесс, когда мы основную вот эту геометрию не модифицируем. И мы можем в любой момент зайти в режим редактирования этого объекта и изменить его размер, его высоту, ширину и тому подобное. То есть нам всегда доступен исходник объекта, что очень важно. Так, давайте вот эту часть я еще немного сдвину сюда. И здесь сделаю небольшой наклон. После чего у нас получилась готова вот эта основная часть. И теперь давайте сделаем вот этот боковой контур. Как я уже говорил, его можно сделать либо дополнительным объектом, который будет идти вдоль данного контура. И затем приобретет определенное утолщение и сформирует такую ступеньку. Либо можно всю вот эту часть объекта вычесть и точно так же получить данную ступеньку в этом месте.
Я думаю, что проще первый способ, но давайте воспользуемся вторым. Итак, добавим сюда новый объект. Или хотя даже можно обойтись. Да, добавим новый объект. Склеим все вертексы в середину. И сейчас включим снэппинг. Снэппинг нам необходим для того, чтобы мы могли размещать данный вертекс точно на поверхности данного объекта. Включаем снэппинг к поверхности и вертекс этот перемещаем по оси Y. Теперь нам необходимо сформировать такой контур, который будет идти вдоль края объекта. Сейчас проще всего это будет сделать с помощью того же способа, с помощью которого мы этот контур для вычитаемой геометрии формировали, то есть используя минимальное количество вертексов, проходим вдоль него, вдоль контура. Далее добавляем скругление в те места, где это нужно. Данное ребро надо подразделить на несколько частей. И приснэпить его к объекту. Так, здесь также добавляем несколько промежуточных вертексов. И выравниваем их по контуру. Итак. Теперь, когда мы сформировали данный контур, повесим на него модификатор Mirror. И нам нужно задать ему толщину. Для того, чтобы задать ему толщину, мы его продублируем и переместим. Вот эту верхнюю часть опять приснэпим к объекту. Вот эту часть немного переместим вниз для того, чтобы соблюсти везде одинаковую толщину объекта. Так. Данное скругление у нас должно быть меньше, чем то, которое находится внизу. Поэтому его сделаем заново. Выбираем данный вертекс, скругляем его с меньшим радиусом, так и получаем тот контур, который нам нужен. Внешний можно удалить, с внутренним мы продолжим работать. Итак, теперь нам нужно данные вертексы проэкструдировать вдоль оси X для того, чтобы сформировать поверхность, которая у нас полностью закроет вот эту часть главного объекта. Начнем с верхних вертексов. Extrude Y. И теперь этот контур выровняем. И сейчас нам не особо важно, как он будет идти вдоль данной грани, потому что он должен выходить за пределы объекта в любом случае. Просто тянем его дальше. Единственное, что нужно было выключить снэппинг. Поэтому я проделаю эту операцию еще раз. Выключаю снэппинг. Экструдирую вдоль оси Y для того, чтобы не сбить положение вот этого верхнего вертекса. И то же самое сделаю вот здесь. Закрою вот этот промежуток. Здесь я ничего особо с сеткой придумывать не буду, потому что это вычитаемая геометрия. И правильность ее топологии нас сейчас не волнует. Задаем в этой части утолщение. Применяем модификатор Solidify. Так. Формируем утолщение.
Здесь, как мы можем видеть, части объекта не сходятся. Нужно посмотреть, что могло послужить этому причиной. Здесь среднее ребро оказалось не точно посередине, поэтому модификатор Mirror его не склеил. Так, сейчас, когда все в порядке, можно применить модификатор Mirror, применить модификатор Solidify. И на данный объект также повесить сглаживание, но перед этим отметить все его острые ребра, для того, чтобы модификатор сглаживания не принес в этот контур никаких лишних скруглений. И после того, как мы сейчас отметим все острые углы, накидываем на него Subdivision Surface. Так. И после чего можно проводить вычитание. То есть, если сейчас мы выделим этот объект, теперь данный объект, и нажмем Ctrl-минус, то мы совершили булевую операцию. Теперь давайте посмотрим, что могло пойти не так, и почему у нас под вычитаемой геометрией не сформировалась новая поверхность. Так, иногда это бывает из-за того, что объект вывернут нормально, но сейчас немного не тот случай. Можно его совсем чуть-чуть переместить, буквально на несколько миллиметров в ту или иную сторону, и тогда модификатор уже отрабатывает нормально. Так. Теперь получилась вот такая штука. И теперь давайте сделаем внутреннюю часть. Сейчас я вот эту поверхность, которая у нас будет отправной точкой для формирования внутренних частей наплечника, сделаю с помощью скульптинга. Добавлю в центр 3D вьюпорта UV-сферу, отмасштабирую ее и перейду в режим скульптинга. Сейчас нужно сформировать основу. Опять же, формирую ее немного с запасом для того, чтобы было потом из чего сделать финальную поверхность. Видим то, что здесь у нас тень падает от наплечника на данную верхнюю часть. Она, скорее всего, находится внутри него. И только здесь, внизу, белая и синяя части выходят за его пределы. То есть она, скорее всего, выглядит как-то вот так, под таким наклоном идет. Поэтому сейчас я сформирую такой контур. Сзади также наращу немного геометрию для того, чтобы был запас. И сделаю ремешинг. Так. Ремеш. Примерно вот такое значение. Можно увидеть размер вокселя, если, опять же, нажать на сочетание клавиш Shift-R. И с помощью перемещения курсора вправо или влево задать размер, желаемый для полигональной сетки. Так, объекта применен масштаб. Давайте его отремешиваем. Так, получилась вот такая сетка. Как по мне, она кажется слишком мелкой, поэтому давайте я ее размер увеличу. Для того, чтобы было проще сформировать исходную форму поверхности. И с помощью кисти, которая называется Scrape, срежу лишнюю геометрию. Процесс очень похож на то, что обычно делается в ZBrush. И на самом деле у Blender после того, как он перешел на версию 2.8, скульпт, в принципе, очень сильно стал похож на то, что сейчас есть в ZBrush, то есть есть аналог кисти Clay под названием Clay Strips, есть аналог кисти Trim Brush, который здесь Scrape называется, и также есть кисть
для прессования каких-то вырезов, которые ZBrush Dem Standard называется. И этого набора, в принципе, практически для всего достаточно. Естественно, не хватает каких-то вещей, которые там присутствуют, а здесь нет. Но Blender сейчас достаточно быстро развивается, и особенно его скульпт, та часть, которая раньше практически никакому развитию не подвергалась, сейчас над ней работает несколько разработчиков. И я думаю, то, что скоро скульптить в Blender можно будет точно так же, как и в ZBrush. Но пока этого не случилось. Я думаю, некоторые вещи все равно удобно делать там, но я на самом деле ZBrush использую очень редко и стараюсь как-то за пределы блендера не выходить. Ну, потому что мне так удобнее и мне как-то проще и быстрее сделать что-то непосредственно здесь, чем модель перекидывать в какой-то промежуточный формат, потом закидывать туда и потом возвращать ее обратно. В принципе, та ситуация, которая сейчас в данный момент есть здесь, меня вполне устраивает. Итак, получилась вот такая основа с помощью инструмента нотации. Давайте разметим ее. Как можно видеть, примерно в этом месте у нас идет переход от черной части в белую. Так, если здесь половину, то контур примерно вот такой. Далее, чуть ниже, на уровне границы вот этой крайней рамки, идет синяя часть. Далее, у нее есть вот такой небольшой переход вниз. То есть там неплавная линия. И затем скругление. Так, здесь будет располагаться вырез. Вот этот темный. Так, и сверху где-то в районе вот этого угла, так, идет разделение черной части на две составляющие. Так, примерно по такому же контуру, как и тот, который находится чуть ниже. Теперь необходимо сформировать поверхность, которая будет состоять из квадратных полигонов, из которой мы в дальнейшем также с помощью булевых операций сформируем окончательные части. Итак, скроем данную верхнюю часть, добавим новый объект, склеим его вертексы в центр, включим снэппинг и давайте сразу повешаем модификатор Mirror. После чего можно, экструдируя этот вертекс, сформировать новую геометрию. Итак. Здесь на скругление, я думаю, нужно добавить еще один разрез. Так. И следить за тем, чтобы толщина данной части была везде одинаковая. И в середину можно добавить еще один дополнительный луп для того, чтобы точно передать вот это скругление. Потом, не переходя к редактированию нового объекта, то есть не добавляя еще одну плоскость, сразу же отсюда производим экструдирование новое вниз. И теперь делаем вот эту белую часть. Тут, я думаю, можно взять толщину 3 полигона.
здесь сделать вот такое скругление. И в принципе сделать острый угол. Сейчас сформируем ту часть, которая лежит сверху, которая соприкасается с черными частями. Заполняем контур. Так, здесь толщина будет в 2 полигона. Заполняем. Можно было бы, конечно, сделать с помощью ремешера, но если делать это с помощью ремешера, то самому можно никогда так и не учиться и не понять, как правильно строить полигональную сетку для того, чтобы потом можно было с ней работать и чтобы она не давала искажений, которые бывают, когда полигональная сетка имеет какие-то неровности, неточности, когда у нее полигональные лупы идут не вдоль ее граней, когда есть какие-то в ее составе полигоны, которые ломают всю последовательность направления движений полигональных лупов. Хотел сказать последовательности. Итак, здесь получилась вот такая поверхность. В принципе, я могу сейчас показать, что я имел в виду сейчас, потому что это был какой-то непонятный набор слов. Давайте я сейчас попробую этот участок геометрии выделить маской. Выглядит он примерно вот так. Давайте сформируем здесь новый фейс-сет. Теперь этот фейс-сет нужно сгладить. И сейчас мы его выделим в отдельный объект. Mask. Extract. Итак, вот у нас получился отдельный объект. Вот, казалось бы, можно применить к нему авторемешер. Сейчас я использую квадремеш. Наиболее близкий аналог того, что есть в ZBrush, то есть аналог ZRemesher'а. И так, применю к нему симметрию для того, чтобы он отремешил эту часть одинаково. И нажму ремеш. Давайте тут 200 полигонов. Получилась вот такая геометрия. И как можно видеть, вот все хорошо, все замечательно, но вот что-то вот непонятное вот здесь сзади у нас произошло. То есть вместо того, чтобы данный полигональный луп продолжить и увести его до конца, ремешер зачем-то увел его вот сюда наверх. Сюда вставил какой-то непонятный дополнительный полигон, вместо того, чтобы оставить здесь вот такую сетку. И нижние лупы, соответственно, пустить вдоль нее. Вот. Иногда такие вещи попадаются где-то в каких-то простых местах, то есть типа вот этой задней части. В принципе, я могу сейчас вот это, например, удалить и просто вручную проэкструдировать нужную мне часть и достроить ее, как я хочу. То есть добавить несколько лупов, выровнять заднее ребро и получить в целом нормальную геометрию. Но так как я не знаю, чего ожидать от этого ремешера и какой именно результат он мне выдаст в дальнейшем, я предпочитаю такие какие-то небольшие вещи делать вручную, тем более, что много времени это не занимает. Так. И теперь нужно сформировать вот оставшуюся синюю часть нижнюю. Так, включу снова снэппинг. Здесь будет толщина в 2 полигона. И внизу, наверное, либо также будет 3, либо оставим 2.
Сейчас посмотрим, как лучше сделать. Итак, наверху здесь полигональная последовательность у нас будет идти вдоль вот этого верхнего ребра. Давайте сейчас вот эту часть... Так, нет. Нижнюю стирать не надо было. Вот это то, что посередине сотру. Так. Продолжаем формировать поверхность. Здесь можно, как я уже говорил, пойти вдоль ребра. Можно последовательность пустить вот сюда, а новую начать вот отсюда. И, в принципе, это будет наиболее разумный способ, потому что нам здесь слишком много полигонов не нужно в данном месте. Тем более это будет внутренний угол. Ну, точнее, внутренний угол для верхней части, внешний угол для нижней части. И здесь чем меньше будет полигонов, тем лучше. Тем будет ровнее скругление. Итак, теперь давайте заполним нижнюю часть. Здесь последовательность я опущу вдоль нижнего ребра. Сейчас это будет выглядеть вот так. Здесь, как можно видеть, скругление тоже не особо сильное, то есть есть вот такой немного резкий перепад. Постараюсь его соблюсти. Вот так. Здесь ставлю пока вот так. И попробую заполнить образовавшуюся вот эту разрыв. Так, здесь сейчас 7 вертексов, то есть я без треугольников его не закрою, поэтому сейчас нужно либо убрать одно из этих ребер, либо добавить новые. Ну, я уберу лишнее. И здесь выровняю сетку вот так. Здесь получилась топологическая звезда, вертекс, с которого в разные стороны расходятся 5 ребер. Это не очень хорошо, но давайте применим Subdivision Surface и посмотрим, как в сглаженном виде будет эта штука выглядеть. И, в принципе, здесь незаметно того, чтобы были какие-то искривления или искажения. Можно даже включить какой-нибудь блестящий маткап и посмотреть. В принципе, сразу незаметно, поэтому давайте так оставим. И после чего данные объекты, сейчас давайте окончательно проверим ровность контура между ними. После чего данные объекты можно отделять друг от друга. Так, выделяем нужное ребро, отделяем его, и здесь у нас... Дальше идет верхняя темная часть, поэтому данное ребро также отделяем. Единственное, что здесь разная толщина получилась, поэтому я так думаю, что сейчас я все равно вертексы все обратно склею. И вот это ребро немного вверх приподниму. Для того, чтобы нижнюю синюю часть сделать чуть выше, а верхнюю белую часть чуть тоньше. Так, и теперь отделяем их. И все, что осталось, это достроить верхнюю черную часть. Так, сюда я накину, наверное, еще 3 полигональные последовательности, и этого будет достаточно. Так. Единственное, что здесь нужно соблюдать количество вертексов, которые есть внизу, и то, которое будет, точнее, с тем, которое будет наверху. Так. Здесь формируем сужение. Вот. Вдоль этих направлений. Мы пытаемся выстроить сетку таким образом, чтобы у нас
расстояние между вертексами было примерно одинаково. Единственное, что здесь у нас получится немного не так, как нам нужно, потому что здесь уже ничего не поделать, расстояние между данными вертексами будет самое маленькое. Так, сейчас я вот этот промежуточный вертекс удалю, дострою вот эту верхнюю большую последовательность, а потом просто ее разрежу напополам. Так будет проще. Так. Снэпим эти вертексы сюда, эти вертексы сюда. И давайте посмотрим, что получилось. Вот эту заготовку скроем из виду, сотрем все аннотации, чтобы они не мешали. Так, и сейчас отметим углы данных объектов как острые. Как можно видеть, здесь появилось искривление, но мы его исправим. Вот эту часть тоже делаем острой. И теперь для того, чтобы задать объектам толщину, накладываем на них модификатор Solidify. Наложить его нужно до того, как с объектом провзаимодействует модификатор Subdivision Surface. Задаем толщину, смещение. Так, сейчас возвращаем верхнюю часть наплечника. Вот этот объект удалим, из которого мы ремешали сетку полигональную с помощью квадремешера. Так, сейчас вижу то, что здесь есть пустота, надо достроить сетку там в том числе. За этим я не уследил. Так, опять ненадолго вернем изначальную заготовку и давайте здесь сформируем скругление. И на его основе сейчас достроим верхнюю часть. Так, здесь надо заново данные вертексы приснепить к поверхности, потому что поверхность изменилась. Экструдируем вдоль оси Y данную часть. Добавляем новое ребро. И здесь нам нужно вот такую полигональную последовательность создать. Дальше уже соединить эти части между собой. Так, так. Здесь добавляем новое ребро. Еще одно. И выравниваем положение вертекса. Так, и еще одно ребро. Я вот этот полигон удалю и сейчас здесь еще один контур такой сделаю. Выведу его вот сюда, для того, чтобы здесь более скругленную часть получить. И теперь уже дозакрою разрыв. Так, здесь острое ребро убираем. И включаем обратно все модификаторы. Итак, теперь у нас все закрыто. И теперь нужно изменить смещение этих объектов так, чтобы они формировали вот такой контур. Вот эту темную часть мы отделим в отдельный объект. Ее сместим чуть вовнутрь. А вот эти два объекта сместим чуть наружу и зададим им. Так.
Такое вот толщение. Здесь, наверное, придется даже применить модификатор меры. И отскейлить этот объект, чтобы он образовывал здесь вот такой выступ. И теперь ему задаем. Так, ну у него толщина сейчас нормальная. Сейчас нужно подтянуть вот толщину этого объекта. Так. Сформировали выступ. Здесь применяем модификатор толщины. Доотмечаем острые ребра. Так, и теперь нужно в середине сформировать разделение этих объектов на две части. Для этого также воспользуемся инструментом Bevel. Создадим два новых ребра, добавим в середину еще одну и его отскейлим. Так. А этим ребрам придадим остроту. Так, сейчас накинем на этот объект автоматическое сглаживание, и теперь он выглядит вот так. Здесь делаем все то же самое. Применяем модификатор Mirror. Вот эту часть объекта можно также немножко сюда вниз сместить, для того, чтобы здесь тоже была более заметна разница в выступах между этими объектами. И применить толщину. После чего доотметить те ребра, которые должны быть острыми. Можно с помощью опции выделения подобных выделить ребра, у которых похожий угол между формирующими их полигонами. И отметить как острые. Так, включим здесь автоматическое сглаживание. На данные ребра можно сразу повесить bevel, чтобы это выглядело вот так. Сюда также bevel. И получилась вот такая штука. Так, здесь, как можно видеть, площадь меньше, чем получилось у меня, и поэтому этот объект нужно обрезать. Сделать это можно либо с помощью булевого модификатора, либо сейчас просто изменив топологию данного объекта, то есть перестроив его полигональную сетку. Давайте воспользуемся вторым вариантом, так как его сейчас будет намного проще сделать. Итак, сейчас этот объект уже имеет толщину, поэтому давайте верхнюю часть, которая изменениям подвергаться не будет, просто выделим в отдельный объект, скроем здесь, здесь. Нам нужно оставить только вот эту внешнюю часть, удалить все остальное и повесить модификатор Mirror для того, чтобы редактировать только половину объекта. И сейчас согласно вот этой аннотации на поверхности объекта просто вертексы я перемещу таким образом, чтобы попасть в данный контур. Почему-то первый раз я это не особо учел, но сейчас все будет исправлено. Так. Стараемся следить за тем, чтобы сетка была все-таки более-менее равномерная, несмотря на то, что если мы будем данный объект скульптить, мы его, скорее всего, прогоним через вовсильный ремешок. Никогда не стоит исключать вероятности того, что мы все-таки захотим данный объект с
скульптить в режиме мультирезолюшн. Такое иногда бывает. Когда по той или иной причине мы не можем данный объект пропустить через воксельный ремешивер. Особенно в том случае, когда мы уже сформировали на его поверхности множество каких-то мелких деталей, и воксельный ремешивер эти детали просто все уничтожит в процессе своей работы. Итак, давайте снова все отобразим, покажем в вьюпорте и посмотрим, что здесь получилось. Так, теперь уже больше похоже на то, что есть на референсе, но опять же здесь видно, что есть не такое плавное скругление в этом месте. Поэтому сюда добавим поддерживающие ребра. Так, и здесь с помощью слайда немножко данные вертексы еще переместим наверх. Здесь, наверное, поддержка вам нужна. Так, и данный острый угол я сейчас уберу. Так, здесь поддержка оказалась слишком близко. Давайте попробуем ставить одну. И добавим модификатор толщины Solidify. Так. Здесь выступ сделаем более четким, более заметным. И здесь получим меньшее скругление. То же самое можно сделать и с этим объектом, но здесь, к сожалению, полигональная сетка сформирована так, что здесь внизу идет вот такой луп из полигонов, и мы здесь, как вы можете видеть, сформировать ровный контур скругления не сможем. Поэтому верхнюю часть пока что оставим так. Здесь давайте применим модификатор Mirror и модификатор Solidify. Нужные ребра отметим как острые снова. И наверх добавим bevel. И после чего можно еще немного поработать над формой верхней части надплечника, потому что здесь, как мне кажется, здесь все равно еще есть небольшое скругление. Здесь эта часть скруглена, то есть, в принципе, он имеет в себе достаточно мало каких-то таких прям совсем прямых линий. Где-то есть скругление у него все равно. И это также стоит учитывать. То есть сюда можно что-то добавить. Единственное, что нужно было выделить оба вот этих эджа и после чего применить bevel. Далее вот эти части можно переместить немного вперед вдоль оси Y. И немного уменьшить масштаб вот этой внутренней части, потому что здесь прям сильно заметно, что она находится глубже в пределах вот этой главной верхней детали, чем нижняя белая и синяя часть. И теперь осталось только сделать здесь вот такой вырез. С помощью нотации давайте его разметим. Он примерно половину занимает. И идет вровень вот с этим скруглением. Оставим
во viewport только данную часть объекта. Добавим сюда новый объект plane. Склеим все его вертексы в одну точку и с помощью включенного снэппинга здесь сформируем контур этого нового объекта, который будет формировать вырез. Так, данный вертекс у нас выйдет за пределы объекта. Здесь давайте внизу сформируем нижний контур вычитаемой геометрии. Так, закроем его. Поделим пополам, приснэпим и дозаполним разрыв. Так, теперь вот этот вертекс нужно немножко сюда переместить для того, чтобы соблюсти хоть какую-то равномерность полигональной сетки. И после чего, так, выключив снэппинг, вот эту заднюю часть выносим за пределы объекта и нижнюю. Далее отмечаем его ребра как острые, кроме тех, которые находятся вот в этом углу. И вешаем subdivision surface. Так, сейчас у нас контур, в принципе, идет практически вдоль данной поверхности, поэтому накидываем еще solidify. Немного углубим его вовнутрь и произведем вычитание. Теперь этот объект необходимо отзеркалить, добавить на него модификатор Mirror, отразить его по оси X относительно вот этого объекта и отобразить все остальное. Итак, получился вот такой элемент. И таким образом, если, например, у вас уже есть какой-то опыт работы с тем же аддоном FabTops, например, или Boolean Tool, то подобные вещи можно делать намного быстрее. То есть сейчас я на это потратил практически 40 или даже 50 минут, точно не посмотрел, но то, что я делал перед этим, кстати, здесь я подошел немного иным способом к изданию вот этой верхней части наплечника, и она, видите, получилась более скругленная. Здесь я формировал его не из вот такой начальной геометрии, которую я сделал достаточно быстро и, наверное, не очень точно. Я данную верхнюю часть также с помощью инструментов скульптинга из сферы, так, подразделив ее на небольшое число вокселей, сформировал из него верхнюю часть наплечника. И, как можно видеть, как бы инструменты скульптинга, они позволяют достаточно точно работать над кривизной объекта, над его силуэтом, над его контуром и добиться более, так сказать, подходящих результатов, нежели вот обычный полигональный моделинг, как сейчас я вижу, что данная верхняя часть не совсем похожа на то, что у меня получилось в первый раз, то, что я пытался сделать. Вот, это, в принципе, такая была небольшая демонстрация возможностей того, что можно сделать с помощью булевых операций в блендере. Вот здесь исходник у этого объекта вот такой, то есть вручную сформировал вот эту верхнюю часть и затем придал ей утолщение. Ну и, собственно, все то же самое, что и с вот этими внутренними частями. Так. Также у нас в школе CGTerian проходят онлайн-курсы. Вот я веду курс по Hard Surface, опять же, направлению. Мы делаем игровую модель в блендере. Мы делаем вот такой револьвер. Так, сейчас я покажу референс.
Вот такой референс. Собственно, мы имеем на руках только 2D-изображение. Делаем сначала low-poly геометрию. Это low-poly геометрия. Так, уже игровая. Сначала вот такую геометрию. Какая-то из этой геометрии low-poly, какая-то не очень, но мы ее делаем с помощью булевых операций. То есть, если взять какой-нибудь объект здесь, то можно видеть то, что у него сейчас навешаны булевые модификаторы. На каких-то объектах их много, на каких-то меньше. И в итоге мы формируем первоначальную геометрию объекта, на основе которой мы уже потом делаем high-poly сетку. Вот сейчас ее можно видеть. И она выглядит вот так. То есть она полностью готова под работу с модификатором Subdivision Surface. Сейчас здесь, как можно видеть, 0 сабдивов. И ее можно сглаживать, при этом не теряя в качестве. У нас остаются все скругленные части, у нас не деформируется геометрия. И данная модель будет использована в дальнейшем для высокополигонального скульптинга. Сейчас этот револьвер подвержен был процедуре скульптинга. На нем были нанесены различные царапины, сколы, вмятины для того, чтобы придать ощущение того, что им пользовались на протяжении долгого времени. Затем, далее, на основе высокополигональной модели, опять же, делается low-poly модель. Имеет она вот такую сетку игровую. Занимает, вот как можно видеть, 8400 полигонов. И данная модель уже в дальнейшем проходит процедуру UV-развертки, запекания и текстурирования. И также в целом вы можете найти еще множество интересных курсов на сайте. И всем спасибо за то, что смотрели трансляцию. До свидания.